Нахожусь в магазине BIM. Зрители мне писали, зайди в BIM, он прям через дорогу от меня. И говорят, купить турецкий кофе. Я видела в другом магазине большие банки, здесь он в маленьких упаковочках. Это турецкий чай. Вот в таких штучках его везде подают, в чайных стаканчиках. Даже у нас есть кафе напротив театра, и там в таких стаканчиках подают чай. Всегда жду, когда оно стынет, потому что горячий брать в руки. Вот такие пачки, прям пачки. Заваривать по килограмму. Вот. 23 лиры, 30, 34, 25. Но я сама заваривать, это специальная технология в двух чайниках. Снизу там идет, как на водяной бане они варятся. Мне демонстрировали этот процесс. Вот они есть разные, разные, разные. Цены я уже вычислила. 1 лира это 3,15 гривны. Умножаем на 3,15. Все есть. Я сейчас только смотрю. А что меня интересует, куплю, когда буду уезжать. Вот фундук недорогой, кстати. Не, цена сверху 12,90. это чипсы, орешки всякие. Я обычно не люблю такое показывать, но раз зрители просят. Вот и я такая, в маске, в брюках. Почти турчанка. Печеньки, печеньки. Это не мое. Сладости и чай Богодан. Вот это что все турки мажут на хлеб один слой тахина. Нет, сначала вот этого, это из винограда вытяжка какая-то, ай, сверху тахин. Очень вкусно, очень сладко и калорийно, но с помощью такого средства не вымывается кальций из организма. Все турки это едят. Очень вкусно. Это паста из сезама. Тахин 15,90. Она есть. Я купила уже в пластмассовых банках. Это стекло. Я не смотрела. У нас есть турецкие магазины. Возможно, там у нас тоже такое есть. Поэтому ничего таскать я не буду. О, очень вкусная вот эта галета. Ее мне очень хвалили, и я уже попробовала. Очень вкусно. Как лаваш, но не лаваш. Ну, вот так вот. Сладости моря. Что это такое интересное? Пепино. Какой это пепино? Похоже на помидор, но это не помидор. Надо попробовать. Сейчас. Лимонады охлажденные. Колбасу взяла, мне невкусно. Турецкая колбаса невкусная, разве что брать суджук. Но суджук, как мне рассказали, не едят в чистом виде. Из него его добавляют в такой суп турецкий. Поджаривают. А в нас едят и едят. Так, мясо. Я такое люблю, но зимний вариант.
летом нет. Это масло. А это пеллини сыр слугой. Вот здесь больше выбор, чем в Мигросе. Потому что Мигрос — это магазин для туристов, как я поняла, там все наши ходят. Здесь только турков вижу. О нем мало кто знает, он так находится в подвальчике. Мороженое. Кстати, я не люблю мороженое. Но мне все очень приторно-сладкое. Люблю оливки вяленые. Раскладывают всякие вкусности. Летом жара, ничего не хочется. Только печь и йогурт. Ой, сори. Маску сняла, чтобы говорить, а так нельзя. Большие ведра йогурта. Как у Мигросе, так и у Биме. Вот он 16. Умножаем на 3,5 гривны. Ого! Это очень дешево. У нас пока не научились такие большие ведра йогурта делать. А это очень вкусная штука. Йогурт запеченный. Сверху такая корочка прижаренная. Пробовала я. Это магазин по принципу, как у нас АТБ. Такой простой магазинчик. Но здесь все есть. Так, в АТБ точно. Потому что в АТБ тоже есть отделы, где продают всякое такое дребедень. Когда зайдешь, вроде все надо. И все недорого. Так я раньше наберешь кучу барахла, а потом поставить негде. Дорогие зрители, мне советовали купить себе чашечки под турецкий чай и турецкий чай, чтобы были воспоминания. А я вот таких турецких стаканчиков, как нарисованы на чае, вот покажу сейчас. Ой. Вот таких стаканчика, что пока нигде не видела. Только вижу чай, но я что-то столько чая брать, его надо правильно заваривать. Я такое не люблю. И лучше пойду в кафе возле театра, они заварят его. Он там самое дешевое, что есть в турецком кафе, это чай. У нас в Днепре имеется в виду. Томатные пасты, рыбки. Соусы. Здесь очень вкусно турки готовят. Ну, очень вкусно. Мне вчера угощали супом турецким из чечевицы. Без мяса он. Но такой вкусный, словами не передать. Кукуруза — это что? Ну, это майонез. Перец. Турсу. Йогурчики, которые я люблю, но под сало. Здесь всякие детерсивы. Это мне не надо. Это уже касса. О, вот они, стаканчики. 6 штук, 5,50. Вообще дешево. 5,50 это сколько там? 17 гривен. Всякие сладости, конфеты, боже. Это все не моя тема.
Шоколанди. Есть очень хорошие есть такие майки турецкие, качественные. Взяла я Максиму. И даже в Турции есть макароны Барилла. Италия. Что это такое? Это какие-то макароны зеленые. Я хочу найти гранатовый соус. И вот эта вкусная штучка называется сулгам. Это кислое-кислое. Чили. Прям такой сразу на бутерброд. Что вот это такое? Такое интересное. Панир хельвази. Такие всякие турецкие национальные сладости. Хочу все попробовать. Турецкая национальная еда, но то, что мне давали пробовать, мне не понравилось. Это все можно купить готовое. Ну, в холодильнике хранится. А, вот таким меня угощали. Ужас. Противное. Я попробую такой десерт и такой десерт на сегодня. Здесь много разных приправ. Я себе уже набрала вот такого. О, перец горький и сладкий. Не знаю к чему, но мне очень понравилось, как здесь готовят национальную турецкую еду. И там входят все вот эти приправы. И мята такая. И такая штука. Какой-то кик, но вкусный.